на наших соревнованиях. Здесь собрались не соперники, здесь собрались соратники, единомышленники, для которых слово «Родина» – это святое слово. Такие мероприятия дают первичные навыки для ребят начальной военной подготовки, потому что в скором будущем ребятам идти в армию. И с этими знаниями им, конечно, будет проще влиться в нашу армейскую семью. А в настоящее время такие мероприятия проводить очень важно, потому что эти ребята должны стать на замену нашим воинам, которые сейчас отстаивают интересы нашей Родины с оружием в руках на территории Украины. Все просто отлично, это мой первый раз на зорнице, очень нравится, все просто замечательно, впечатление просто супер. Самое сложное, я считаю, это все-таки ползком пройти полосу препятствий, то есть для этого нужна не только физическая сила, но и выносливость, и при этом сноровка. То есть для девушек все-таки, я считаю, это метание гранаты, потому что это очень специфично, то есть достаточно должна быть развита широкая мышца спины. Актуальность этих мероприятий повысилась раза в 3-4, потому что наша задача – развивать общество, развивать юное поколение и готовиться к любым ситуациям в жизни, тренировать мужчин, девушек и, самое главное, быть готовыми защищать свою страну.